Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы будем с вами вязать вот такую вот сумочку кроссбоди. Вяжется очень просто, состоит из трех прямоугольников. Это основное полотно сумочки, две боковинки. Размер сумочки у меня получился 24 на 15 сантиметров. Понадобится около 250 метров полиэфирного шнурочка, у меня это 3 миллиметра, замочек, любой замочек может быть, цепь или вот такой вот у меня ремень, то есть это вариант такой коктейльный, да, кольца потом можно снять, присоединить на боковинке и одеть вот такой вот гитарный ремень. Покажу сейчас и этот вариант. И крючок номер 4. Сумочка получается очень плотная, вяжется очень быстро. По желанию сюда можно вшить подкладку. Итак, второй вариант сумочки, это когда мы кольца присоединяем к боковинкам и одеваем гитарный ремень. То есть это такой вот, можно сказать, более каждодневный вариант. Сумочка получается очень удобная, компактная. Вот такая вот кроссбоди. Итак, нам необходимо набрать 29 воздушных петель плюс 1 петелька подъема. Набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. Набираем 29 воздушных петель. Я набрала 29 воздушных петелек и еще одна петелька подъема. Итак, разворачиваю свое вязание. Вязать будем вот за эти перемычки. Первую пропускаем, так как это у нас петелька подъема. И во вторую провязываем столбик без накида. Во вторую и в последующие просто провязываем столбики без накида. В этом первом ряду, так как и в последующих, у нас их должно получиться 29. Вяжем до конца ряда и просчитываем. Должно получиться 29 столбиков без накида. Итак, мы провязали первый ряд. 29 столбиков без накида. Обязательно просчитайте. Далее мы вязание не разворачиваем, а вяжем наш хвостик. Делаем воздушную петельку. И смотрите, захватываем нашу полупетлю. И полупетлю наших вот воздушных петелек, да, то есть и вот так вот провязываем столбики без накида, заодно ввязывая наш хвостик, то есть полупетля этого ряда и полупетелька предыдущего ряда. Ввязываем заодно хвостик. Таким образом провязываем до конца ряда 29 столбиков без накида. Итак, смотрите, нам осталось во втором ряду провязать последнюю петельку, последнюю 29-ю петельку. Провязываем, делаем воздушную петельку подъема. Итак, третий и последующие ряды мы будем вязать одинаково, то есть мы захватываем первую петельку, мы пропускаем, мы захватываем заднюю полупетлю и полупетельку предыдущего ряда и провязываем столбики без накида.
Вот таким вот образом вяжем. Опять же, можете просчитывать, но у вас в каждом ряду должно получаться 29 столбиков без накида. Еще покажу, как провязываем последнюю петельку, чтобы вы ее не теряли. И вот таким вот образом мы вяжем все ряды до необходимого нам размера. А как провязать потом последний ряд, я вам покажу несколько способов. Итак, вяжем до конца третий ряд. Покажу еще, как провязывается последняя петелька. Итак, смотрите, я довязываю третий ряд. Я провязала 28 столбиков без накида. И вы не забывайте, чтобы не потерять последнюю петельку. Вот у нас идет перемычка. И смотрите, вот возле нее у нас еще есть полупетелька, да, мы берем, ну, у нас есть петля, мы берем полупетельку и полупетельку предыдущего ряда и провязываем последнюю 29, последний 29 столбик без накида. То есть смотрите, не теряйте его, хотите, просто пересчитывайте петельки. И далее снова все точно так же, как и мы с вами провязали третий ряд, все остальные последующие ряды. То есть петля подъема, вязание не разворачиваем, за полупетлю этого ряда и за полупетлю предыдущего ряда мы с вами вяжем столбики без накида. Держите так, как вам будет удобнее. Все, мы вяжем полотно необходимой длины. Я расскажу, сколько сантиметров в длину и ширину будет у меня, и покажу, как закрыть последний ряд. Вяжите далее самостоятельно. Итак, когда я связала полотно необходимого мне размера, у меня это получилось 78 рядов. Ряды я считаю как? Я считаю по вот этим вот, смотрите, вот этим перемычкам, да, с одной и с другой стороны, потому что полотно получается такое как бы двойное. По сути, вяжем и с одной, и с другой стороны. Всего 78 рядов. Длина моего полотна получилась 40,5 сантиметров. Ширина 23 сантиметра. Теперь нам необходимо закрыть наш ряд. Итак, я вам покажу три варианта. Вы выбираете сами, какой вам удобнее, какой красивее. Смотрите, чтобы вставить этот замочек на полотно, смотрите, какой здесь узкий зазор. Поэтому я вам покажу, как закрываю я, а потом еще несколько вариантов. Например, если у вас вот такой замочек, да, который, в принципе, можно немножко расширить. Итак, сначала показываю, как закрываю я для своей сумочки, для своего замочка. Так, это мы, получается, провязываем 79 ряд. Я захватываю не, вот обычно я вязала полупетля этого ряда и полупетля предыдущего ряда, да. На данный момент я захватываю полностью петельку и оставшуюся полупетлю предыдущего ряда. Да, до этого не забыли, что мы сделали петельку подъема. Сделали петельку подъема, ее не трогаем. Захватываем всю петлю и полупетлю предыдущего ряда и провязываем столбики без накида. Полностью петелька, полупетля предыдущего ряда. Да, и провязываем столбик без накида. И вот эта сторона у меня будет лицевой. Здесь, в принципе, все равно, какая сторона лицевая, если честно так брать. Они что одна, что другая. То есть здесь, в принципе, без разницы. Я закрываю таким образом, потому что вот это полотно, которое у меня получается, да, его легко можно вставить в мой замочек. Если же у вас замочек пошире, так, еще пару петелек провяжу, покажу вам. Не забываем, мы захватываем полупетлю, чтобы как бы последний ряд у нас он был такой ровный, правильный, закрытый. Все, я буду вот так закрывать. Еще два варианта. Если у вас замочек пошире, то есть вы смотрите, как вам удобнее. Вы можете, вот опять же сделали петлю подъема, захватываем полупетлю и полупетлю
петлю этого ряда, полупетлю предыдущего ряда и просто соединительными петельками, да, тогда как бы край у вас будет немного поплотнее. Ну, это в том случае, смотрите, полупетля. Захватили. Вы можете попробовать провязать, как бы посмотреть, как вам больше нравится. Вот, видите, край более плотным получается. Еще вариант. Еще вариант. Опять же, петля подъема. Полностью захватываем эту петельку и полупетлю предыдущего ряда. И здесь провязываем соединительные. Можно и так. Опять же, тогда край изделия, опять же, будет таким вот, ну, более плотным. Понятно, тогда, ну, видите, вот здесь какая косичка. Тогда и клапан, соответственно, чем более плотный край, тогда, ну, клапан, соответственно, смотрится более интереснее. Ну, я буду вязать так, как я вам показала первый вариант, потому что мне необходимо как-то вставить мой этот замочек. Довяжу и покажу, как закрыть последнюю петельку. Итак, смотрите, осталось провязать последнюю 29-ю петельку. То есть здесь мы захватываем полностью последнюю петлю и полупетлю предыдущего ряда. Захватываем и провязываем наш столбик. Далее вытягиваем ниточку. У меня она уже обрезана. Да. Вот таким вот образом вытянули. И вот уже мы идем на боковинку, то есть мы сделаем последнюю петельку. Заходим с изнаночной стороны. Захватываем наш шнур, вытягиваем на изнаночную сторону. Под полупетлю и под перемычку. Все, вот таким вот образом вытянули, да, то есть вот как мы гладко закрыли. В принципе, вы можете, смотрите, вот эта сторона тоже может быть лицом, либо это вы выбираете сами, как вам красивее. Рассказала, как закрыть три варианта, вы опять же выбираете, как вам удобно. И далее мы приступаем к вязанию боковинок. Итак, для боковинок нам необходимо будет набрать 7 воздушных петелек плюс 1 петля подъема. Итак, набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 плюс 1 петелька подъема. И вяжем точно так же, как и основное полотно, первый ряд за перемычки. Первую пропускаем. Начинаем со второй. Первый ряд. 7 столбиков без накида. 2. 3. 4. 5. 6. И 7. Делаем воздушную петельку, полотно не переворачиваем, хвостик вот сюда вложили, сейчас будем его ввязывать. И за заднюю полупетлю и за полупетельку нижнего ряда, то есть воздушную цепочку, мы провязываем наш второй ряд столбики без накида. Их также должно быть 7, как и в последующих рядах. Так, 3, 4, 5, 6 и 7. И 7-й столбик. Все, второй ряд провязали, а далее третий и последующие ряды, они вяжутся одинаково. Воздушная петелька подъема и
за полупетлю заднюю и за оставшуюся полупетельку предыдущего ряда. Мы вяжем наши 7 столбиков без накида. И так каждый последующий ряд, пока не свяжем необходимую нам длину. Сейчас покажу еще раз, как я провязываю последний 7 столбик. Так, смотрите, последний 7 столбик. Вот у нас полупетелька, вот боковая такая перемычка, полупетелька и полупетелька нижнего ряда. Смотрите, не пропускайте. Все, воздушная петля, поправили волокно и вяжем далее на необходимую высоту. Итак, смотрите, я связала 20 рядов, то есть я считаю по этим перемычкам. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с одной стороны и 10 у меня с другой стороны. То есть ширина боковинки у меня получается 6,5 сантиметров. Длина 11 сантиметров. И сейчас мы с вами свяжем последний ряд. Это будет 21 ряд. То есть последний ряд именно боковинок свяжу вот таким вот образом. Полупетля, задняя полупетелька и полупетелька с предыдущего ряда. И вот так вот соединительными петельками закрываем. Это будет мой последний 21 ряд. Итак, все, оставляем хвостик, которым мы боковинки будем пришивать к основному изделию. Так, мы довязали 7 соединительных столбиков. Теперь ниточку нашу, которую я ее обрезала, то есть оставив для сшивания. Смотрите, последнюю петельку мы с вами тоже сделаем таким же образом, как и заканчивали наше основное полотно. То есть с изнаночной стороны вот так вот заходим. И формируем такую искусственную петельку. Вот таким вот образом ее протянем. Смотрите, чтобы она вышла как бы сбоку. И далее будем пришивать нашу боковинку к основному полотну. Вяжем еще одну такую же и тоже оставляем хвостик. Итак, я оставила хвостик. Смотрите, я связала две боковинки и оставила хвостик где-то порядка 150 сантиметров. Теперь нам понадобится вот такая пластиковая иголочка, и мы нашу боковинку будем пришивать к нашей сумочке. Смотрите, не путайте, с какого края начнем пришивать. Вот этот край, это мы заканчивали здесь вязать наше основное полотно, он немножко тоньше, чем там, где начало, потому что я уже объясняла, у меня для того, чтобы вставлять замочек здесь, я сделала его немножко потоньше специально. Так, мы находим именно тот край, где у нас начало вязания основного полотна. Итак, смотрите, мы сначала сделаем такие пару закрепочек вот здесь, когда соединяем боковинку с основной деталью. Далее я покажу, как я буду сшивать. Так, просто несколько стежков, присоединяя боковинку, да, к самому углу. Вот так плотненько закрепили. Итак, смотрите, хорошо зафиксировали сверху.
прикладываем, чтобы никакая из наших деталей не выезжала. То есть, и смотрите, что мы делаем. Тут наша... Так, сначала первую петельку я сделаю самостоятельно. Так, сначала первую петельку я тоже сделаю вот такой вот как бы фиксирующий. И далее покажу, что мы будем, как мы будем соединять. Мы берем с одной стороны, вот видите, у нас идет перемычка и две петельки. И с другой стороны, но только эти петельки идут в другую сторону. Это не важно. То есть с одной стороны у нас будет так, с другой по-другому. Смотрите, мы захватываем полупетлю внутреннюю и перемычку. И то же самое с другой стороны. Перемычка и полупетля. И делаем вот такой стежок. Хорошо стягиваем. Так, приложили, то есть все детальки у нас идут ровно. И далее вот такими стежками, захватывая внутреннюю полупетельку и перемычку с одной стороны. И вот здесь, смотрите, у нас идет перемычка и петелька внутренняя. Мы просто делаем вот такие вот стежки. И сшиваем. И сшиваем наши детали. Хорошо стянули, опять же, полупетля и перемычка, и захватываем с этой стороны. Идем до уголка. Я покажу, как на повороте, как внизу. Вот эту нашу панельку мы будем пришивать. Так, мы дошли до уголочка. Берем вот эту прям нашу угловую петельку. И на основном полотне опять же цепляем за перемычку и внутреннюю полупетлю. Так, дальше поворачиваем наше полотно. И здесь у нас на нашей вот боковинки, да, просто такие полупетли остались. То есть здесь мы просто берем за полупетли, а на основном полотне мы снова берем за перемычку и за полупетлю. Все, переходим на другую сторону и точно таким же образом сшиваем. Здесь за полупетли, когда перейдем на другую сторону, здесь тоже как бы все понятно, мы будем брать перемычку и внутреннюю полупетлю. И здесь то же самое, перемычку и внутреннюю полупетлю. Вторую боковинку тоже пришиваем таким же образом. Так. Да, только если прикладывать точно так же, как первую, то шнур у нас с этой стороны. Я бы лучше, знаете, чтобы было бы ровненько, я бы здесь обрезала шнур, взяла новый шнур и опять вот отсюда начинаю сшивать, просто смотреть, чтобы наши боковинки были на одном уровне. Ну, по мне, так будет правильно и ровнее, поэтому пришиваем боковинки. Итак, боковинки я вшила, смотрите, как красиво они сюда сели. Одна, вторая боковинка. Размер сумочки получился 24 на 15 сантиметров. Один вариант, когда кольца мы одеваем вот сюда на верхушку клапана и присоединяем цепь. Это такой коктейльный вариант. Сейчас еще покажу каждодневный вариант. Итак, второй вариант, это когда мы кольца присоединяем к боковинкам и присоединяем такой вот каждодневный гитарный ремень. То есть тогда сумочку можно носить каждый день. Так, смотрите, замочек открывается вот таким вот образом. Сумочка довольно вместительная, легко, удобно закрывается. Вот такая вот получилась малышка. Если вам полезен был мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!